Привет всем из Рима! Спасибо, что зашли ко мне на канал. У меня уже есть видео, в котором я рассказываю о площади Святого Петра, почему именно здесь построили собор Святого Петра, что здесь было во времена Римской империи. Ссылочку я оставлю под этим видео. А сегодня я хочу обратить ваше внимание на некоторые детали, которые очень интересуют туристов, которые прибывают в Рим. Напомню, что святой апостол Петр был епископом христианской общины здесь, в Риме, в середине 1 века. Был казнен по указу императора Нерона, и в честь него будет возведена церковь в начале 4 века при императоре Константине Великом. Позднее она будет перестроена. Сейчас мы видим церковь, которая была построена в период с 1506 по 1626 год. Справа от базилики расположено здание, в котором находится одна из самых известных достопримечательностей Ватикана – это Сикстинская капелла. В ней находятся шедевры работы Микеланджело. Посещать Сикстинскую капеллу лучше с гидом в рамках индивидуальной или групповой экскурсии в Ватикан. В противном случае есть риск упустить массу впечатлений. Каждый квадратный метр капеллы наполнен историей и легендами. Сикстинская капелла также знаменита тем, что это место для проведения конклавов, где кардиналы выбирают нового папу римского. Для этого на крыше Сикстинской капеллы пожарные устанавливают специальную трубу, которая вместе с колоколами возвестит миру о избрании нового папы римского. Справа от Сикстинской капеллы находится апостольский дворец, который является резиденцией папы римского. Это большой комплекс величественных зданий, возведенных в разное время, с роскошными залами, галереями, полными бесценных полотен, великих художников и прекрасных скульптур. Без всякого преувеличения, одно из окон в апостольском дворце знаменито во всем мире. По воскресеньям, ровно в 12 часов, окно в кабинете действующего папы открывается, и он обращается к народу с проповедью. Сначала Папа Франциск читает молитву «Ангелус», а затем короткая проповедь на какую-нибудь актуальную тему. Эта традиция уже существует несколько столетий и прерывается только в случае форс-мажора, а также если понтифик находится во дворце Кастель-Гандольфо или в поездке. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris aeternam donis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen.
Папа Франциск является 266-м папой римским. Был избран в марте 2013 года. На данный момент великому понтифику 84 года. Et filius, et spiritus sanctus. Amen. Молитва и проповедь обычно длится 10-15 минут, а потом папа благословляет народ, который собрался на площади. A tutti auguro una buona festa nella compagnia spirituale dei santi. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. На Папу Римского мы посмотрели, теперь посмотрим на швейцарскую гвардию. Это единственный в настоящее время вид вооруженных сил Ватикана. Это единственный самый старейший действующий корпус швейцарской гвардии во всем мире, непрерывно действующий более 5 веков. И еще в конце 15 века, это в 1478 году, Папа Сикс IV заключил первое соглашение со Швейцарской конфедерацией, которое давало возможность вербовать швейцарских наемников на протяжении всего его понтификата. А уже через несколько лет, в начале 16 века, январь 1506 года, швейцарские гвардейцы прибывают в Рим, чтобы служить папе Юлию II. Перед нами главный фасад собора Святого Петра, который был возведен в 1612 году. И латинская надпись на фризе сообщает о том, что работы были завершены в понтификат Папы Римского Павла V. С центрального балкона Папа Римский обращается к верующим на Рождество и на Пасху. Со всех смотровых площадок Рима открывается величественный купол, созданный по проекту Микеланджело. Еще хочу обратить внимание на одну деталь на площади Святого Петра, которая имеет овальную форму и создает иллюзорную подвижность, так как ракурсы меняются в зависимости от угла зрения. Если встать в определенных точках площади, то можно наблюдать задуманный архитектором Бернини оптический эффект. Колонны всех рядов колоннады выстраиваются в один ряд. Вот эта точка на площади. Я стою в ней и вижу только один ряд колонн. Второй, третий, четвертый ряд я не вижу. Но если посмотреть с другой стороны, в различных точках площади мы видим, что колоннада имеет первый, второй, третий и четвертый ряд колонн.
Если выйти за пределы площади с правой стороны колоннады и пройти несколько метров, то можно увидеть вход в Государство Ватикан, где можно пройти или проехать, предъявив пропуск. Мнение о том, что знаменитая форма швейцарских гвардейцев была разработана Микеланджело, всего лишь навсего легенда. На самом деле она была задумана Жюлем Репондом в начале 20 века. Он был вдохновлен исторической униформой и работами Рафаэля. Сегодня я вам рассказала о некоторых деталях, на которые можно обратить внимание, посетив площадь Святого Петра. Мы посмотрели на Папу Римского, посмотрели Швейцарскую гвардию, а в следующем видео мы пойдем в собор Святого Петра и посмотрим шедевры эпохи Возрождения и барокко. Спасибо, кто досмотрел видео до конца. Кому понравилось, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И всем до новых встреч. Пока-пока. Чао-чао.